сейчас я хочу вспомнить красивую древнюю легенду. Корейцы рассказывают ее испокон веков. Легенду про то, как небесный сын Хванун превратил медведицу в прекрасную девушку. И родился у них сын Тангун, от которого и произошел весь корейский род. Потомки Тангуна живут сегодня по всему миру. Разные земли они называют своей родиной, на разных языках говорят. Но куда бы ни забросила их судьба, при встрече они понимают друг друга, принимают и поддерживают, как братья. Ведь у них общие корни, один родной язык, одни традиции, да и фамилии одинаковые, что в Казахстане, что в Корее, что в Америке. И я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали своих соплеменников из разных концов света. And now, let's greet the envoys of the Korean social organizations from different countries of the world. В нашем зале делегация Общероссийского объединения корейцев. Герман Цой, Анатолий Ким, Валентин Чен и президент объединения Василий Со. От Национального совета Федеральной национально-культурной автономии российских корейцев прибыли генерал-майор Владимир Цай, Сергей Лю, Олег Ли, Василий Кан и Юрий М. Кстати, Юрий на наш праздник прибыл сразу после своего большого праздника. 1 июня Владимир Путин вручил ему звезду Героя России. Давайте поздравим его с наградой. На нашем юбилее представители Ассоциации культурных центров Узбекистана Константин Сен, Анатолий Шигай, Брут Ким и председатель Ассоциации Владимир Шин. От объединения корейцев Кыргызстана в зале президент Роман Шин. От Корейского общества Эстонии прибыла Лидия Кылвар-Шек. Здесь присутствуют также гости из США, Японии и Республики Корея. Russia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Estonia, USA, Japan and Korea. All these countries have sent its representatives.